Когда построить шафировскую развязку и как защитить газоны от авто? На эти и другие вопросы жители муниципального образования Пискаревка ответили представители администрации Калининского района на встрече в 653-й школе. Актовый зал едва вместил всех желающих. Так жители дома 10 по проспекту Мечникова конфликтуют с владельцами авто, которые паркуются на их газонах. Давняя борьба ни к чему не привела. Одна надежда на ограждение. Глава района поручил Гужай решить проблему. По включению в адресную программу установку газонных ограждений по Мечниковой лесе. Актуализируйте, посмотрите, изучите там, сэкономите. Немало вопросов связано со строительством. Участок улицы Бестужевская за Лабораторным проспектом с большой натяжкой можно назвать улицей. Большегрузы, заезжающие на стройку, превратили ее в сплошную яму. На текущий момент проводили ямочный ремонт. Своими силами, в том числе подсыпку, да, нанимали. Но сейчас, поскольку идут миксера, это практически делать невозможно. Мы, безусловно, выйдем на строительные компании и попросим о том, чтобы следили за содержанием временного дорожного покрытия. Помимо этого, жителям пообещали решить и другие вопросы. Например, построить остановочный павильон на Бестужевской, 35, и выселить злостного неплательщика, портящего жизнь соседям, в бывшем общежитии на Карпинского. А вот запретить водителям объезжать шафировскую развязку по дворам не в компетенции района. Сдача объекта снова перенесена. Теперь на третий квартал 2017 года.